Причиной появления дыма на станции метро «Площадь Победы» стало трение изоляции электропроводки в подсобном помещении. Об этом сообщили в МЧС. На место прибыли несколько пожарных расчетов. Сейчас все последствия уже ликвидированы. Сбоев в движении метро не было, станция продолжала работать. Эвакуация пассажиров не потребовалась. Подразделения МЧС выехали по сообщению о запахе дыма на станции метро «Площадь Победы». Так как объект серьезный, высылается сразу большое количество подразделений. К счастью, серьезность ситуации не подтвердилась. Оказалось, что просто в подплатформенном пространстве произошло оплавление изоляции кондиционера без последующего горения.